Привет вам, дорогие друзья! Сегодня 30 декабря у нас. За бортом минус 15. Иду проверять капканы на малый путик. В этом году установили капканы поздно, где-то в конце ноября. И проверял этот путик один раз Олег. Снял двух куниц. Ну вот, на неделе две капканы не были проверены. Поэтому сейчас иду посмотреть, что и как. Какая-то лыжня по моему путику. Олег ходил без лыж. Не знаю, непонятно, что. Неужели кто-то паразитирует на моих капканах? Узнаю, голову сверну. На раз. Снега у нас подкинуло прилично. По лосю закрылись. Но есть еще кабан, лицензия не закрыта. Поэтому я с карабином. Так, подходим к первому капкану. Какой-то интригующий момент. Вот полазил на лыжах. Полазил, неизвестно. Так, ага, вот капкан. Капкан пуст. Вот до первого капкана доходили, развернулись и ушли. Капкан на месте. Видимо, леса было, все лесой исхожено. Движемся дальше, друзья. Снежку подбросила. Еще раз оговорюсь, в этом году много. На лыжах идется прям так, с натяжечкой. Глухо, ребят, даже заячьих следов нет в фиге. Совсем глухомань. Самый мой результативный день по проверке капканов был несколько лет назад, когда у меня за один раз, как раз 31 декабря, попало 7 куниц. Счастлив был. Сейчас что-то вообще даже заячьих следов нет. Глухо. Когда устанавливал капкан в этом году, везде было набегано куниц. Прям вообще столько следов было. Думал, ну что, наловим. Нифига. Я еще, правда, немного прошел. Но самое для меня результативное место, которое я прошел. Идется трудно. Очень трудно идется. Даже на широких камушных лыжах идется очень тяжело. Снег рыхлый. Проваливаюсь. Вот так. Сантиметров на 10 надо проваливать, может быть, больше. Наката нет вообще. Сейчас к очередному капкану подхожу. Свежий след куницы, ребят. В капканах по нулям. Первый след на путике. Проверил уже где-то половину капканов. Безрезультатно.
Первая куница прошла. Он далеко от капканов проскочил. Не знаю, может повернет. Пока по нолям. По нолям. Красота какая, да? Ветров сильных еще не было. Весь снег висит на ветках. Просто обалденно. В лесу. Просто обалденно. Посмотрите, ребят, пошла куница прямо под капканом. Под капкан даже не сунулась. Что такое? А уже иду, думаю, все, наверное, здесь. А нет. Вот она здесь попрыгала. Вот попрыгала, на дерево, походу, позалазила. Но к капкану не подходила. Не подходила к капкану. Фу. Свежий след там, может, даже сегодняшний. Была здесь. Ну, увы. Бывает такое. Идем дальше. Что делать? Этот капкан, в общем-то, ни разу в этот капкан ничего я не ловил. Не знаю почему. Есть такие места, где не ловится. Вставочку сделаю. В прошлый раз, когда с Андрюхой устанавливали капканы, здесь у меня кабель ведро облавил, ведро сидело, ну, из воды выглядывал. Смотрите, сейчас ставлю. Выдры, ребят, выдры по речке ходят. Далеко, конечно, сейчас попробую подойти, две штуки. То вылезет, то залезет. Хант увидел. Увидела выдру. Сейчас поближе подъем. Две выдры было, два выдренка. Выдры много очень на реке. Была бы мелкашка или карабин. Сейчас бы ее можно было самой интересно. Молодец, молодец. Молодец, молодец.
красивый кадр был, ребята. Выдры, две выдры было, два выдренка небольших. Хантер пооблавивал. Первый раз он видит выдру. Выдра на него фыркает, он на нее лает. Взять, 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 Хант, взять. Взять, молодец. Давай, ищи, ищи ее, суку. Ищи. Искупался, нырнул он тут немножко. Дом, волна идет, наверное, где-то тут в этом берегу. Где-то вот в этом берегу, да, нырнул у них. Две штучки. Два котенка. Была бы мелкашка, только бы она это хвостяру завернула. Но выдра ничего не стоит. Поэтому пускай живут. Их много очень выдр. На реке очень много выдр. В советские времена был один из самых ценных. Мех считался одним из самых ценных. Потому что крепкий, износостойкий. Теперь, увы, ничего не стоит. Вот еще, ребят, леткунь. Но это уже не сегодняшняя. И вот капкан. В капкане мясо есть. Вот она прошла. Притормозила тут немножко. Но даже не дернулась вверх. Может, конечно, запаха нет от мяса. Задубела она. А может, просто зверь хитрый. Тоже бывает. Ролик назовем «Хитрая куница на путике». Ребят, третий капкан. И у него вот, вот капкан стоит. И вот все, куница избегана. Вот куни след. Вот он, вот она вышла. Вот капкан. Она меня дразнит, гадина. Реально прошаренная куница попалась. Прошаренная кошка. Ребят, четвертый капкан. И под ним опять следы, смотрите. Она подойдет, так сидит в ящик. Хотя там он приманки. Я чувствую запах. Уж куница явно будет чувствовать. Капкан не идет. Ну что сказать. Такие вот хитрые особи. Такие хитрые особи побеждают в естественном отборе. И живет. Рожает себе подобных. Не хочет ловиться. Не хочет с капкан лезть. Молодец. Умный зверь. Достоин уважения. Не так. У четырех капканов побывала и ни в один не пошла. Что, ребят, крайний капкан. По нулям. Охота без фарта сегодня. Кто охотник поймет, крайний капкан. Кто охотник, тот поймет. Устал сегодня вообще капитально. Снега много. Проваливаешься глубоко. На выходе гуси находили. Но они нам не интересны. Ладно, друзья, прощаюсь с вами. Давайте до новых встреч. Пишите комментарии. Лайки, дизлайки, все приветствуется. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.